успіх людини залежить не лише від її здібностей, а і від можливості самовдосконалюватись, реалізовувати усе, що у вас є, увесь ваш потенціал, і йти вперед, незважаючи ні на що. От саме про успіх будемо говорити сьогодні з Анною Ларіонцевою, психологиною і коучиною. Дуже рада бачити вас у студії, Аню. І хотіла одразу запитати, що ж насправді включає в себе поняття успіху і успішності людини на сьогоднішній день? Здравствуйте. Взаимно рада тоже видеть вас. Я как психолог, как практикующий психолог, как коуч, работая в этой теме, замечаю, что многие люди путают, да, не понимают, что такое успех, что значит быть успешным в своей жизни. И мне очень нравится определение успеха у Натальи Грейс, я полностью с ним согласна. Она говорила, что успех – это значит успеть. Успеть сделать нечто, да, в своей жизни. И каждый человек должен задавать себе вопрос, что же я должен успеть сделать в этой жизни. И если я нахожу ответ на этот вопрос, и я понимаю, что я должен успеть, и я делаю это, да, для того, чтобы, да, это успеть, то тогда я буду... Ань, але ж ви знаєте, ми кожного дня намагаємося встигнути зробити усе, усі свої справи. Насправді ми не відсікаємо ті справи, які, можливо, надважливі, від тих, які потрібно конче зараз зробити. І тоді виходить така трошки несумісність з тим, що ми не встигли основне зробити, і встигли зробити усе, що потрібно, але воно для нас вже не так важливо. Як то кажуть, ви відмітаєте усіх мух, які біля вас, і залишаєте справу за слоном. Є ще й така теорія. Насправді, чи потрібно звертати увагу на те, що для нас найголовніше, основне, важливе, і як же визначити саме його? Да, конечно. Человек, который умеет планировать и который умеет выставлять приоритеты своих задач, которые ему нужно сделать даже в течение того же дня, недели, месяца, это человек, который, в принципе, возможно, тоже, да, стремится к успеху, и он успешен, да, в определенной сфере, скажем так. Поэтому касательно слона, хочешь съесть слона, скушай его по кусочкам, поэтому тут снова опять-таки вопрос о приоритетности, о том, насколько мы умеем правильно и грамотно ставить перед собой задачи и выполнять их в течение... Насправді, нам зараз суспільство нав'язало дуже багато різних стереотипів успішності. Зараз успішна людина має свій портрет. І він дуже часто об'єднує тих людей, які, ну, нічим не пов'язані між собою, тому що різні характери, різні сфери діяльності, люди мають особливості свої, і вони аж ніяк не будуть усі однаково успішними, так як нам це пропонують зробити. Чи ви як коуч, чи як психологиня, чи ви погоджуєтесь з тим, що суспільство все ж нав'язало, і щось із цим треба робити? Якось теж розуміти, що ваша успішність, вона лише ваша. Да, на самом-то деле люди, ну, ложно вкладывают определенные понятия в успех, потому что действительно навязано социумом это, и многие люди считают, что успех – это равно что-то материальное. Работая с детьми и проводя социальные опросы, когда спрашиваешь у ребенка, у подростка особенно, что для него успех, он говорит, что успех для меня – это новый iPhone, успех для меня – это новый гаджет. Вот, как бы, да. Но это ребенок, и, ну, с ним можно работать и немножко переформатировать это понимание, да, и, ну, как бы объяснить, что успех – это не равно что-то материальное. Успех – это не равно вилла на Карибах, успех – это не равно там сумка новая от Луи Виттона и так далее. Да, как бы, если я на свой первый автомобиль заработала в 15 лет, например, это значит, что я успешна, ну, как бы я с этим полностью не согласна. Ань, а что тогда успех? Успех – это умение найти свой потенциал внутренний и умение его правильно и грамотно реализовать. Вот, ну, с моей точки зрения, вот это успех. Если я это нашла, если я реализовываю свой потенциал, я иду, я понимаю, что я на правильном пути, мне нравится от того, что я делаю и как я реализовываю этот потенциал, то тогда я, ну, вот, с моей точки зрения… Але живи уж хочется теж. Що тоді, як тоді бути? Ну, матеріальні свої, звісно, бажання не стоїть теж, як би, відмітати повністю, да, але коли у нас задачі, і ми стремимося, і у нас цілі тільки матеріальні, але,
говорить о каком-то счастье, скажем так, который принесет такой успех, ну, невозможно. У тебя... А вот, насправді, ви ж, мабуть, багато різних історій вивчали в своєму житті, так, в своїй практиці психологічній, так? А, насправді, оті люди, які мають дуже великий достаток, у яких є неймовірний дохід, які знають багато чого і вже, як то кажуть, собаку з'їли на бізнесі, чи всі вони щасливі? Ну, звісно ж, можна зразу сказати, що, мабуть, не всі, але це ж і є для них щастя в тому. Ну, для таких людей, если это действительно по-настоящему успешный человек, да, он считает себя успешным не потому, что у него очень много денег, а потому, что он в первую очередь занимается тем, что ему действительно очень нравится, и он получает от этого, ну, хорошую прибыль, mm-hmm. да, достаточно много денег, то тогда этот человек успешен, но он делает то, что ему действительно нравится. Он от этого получает кайф. И такие люди, ну, на самом-то деле, они где-то даже немножко, вот, ну, как говорится, crazy, да, потому что они горят этим. И вот когда такое есть, когда человек горит, когда он делает то, что ему нравится, когда он делает это с тем, с кем ему нравится, в том месте, где он хочет это делать, то тогда, конечно, тоже успех он будет. Поэтому важно, опять-таки, задавать себе вопросы, а нравится ли мне то, что я делаю, а нравится ли мне моя жизнь, а нравится ли мне ходить на мою работу или нет. Если вот вы чувствуете, что это, ну, как бы не ваше, надо вот все-таки искать что-то свое, вот этот внутренний потенциал. Можно ж так, знаете, все життя шукати, як то кажуть, так, і нічого не знайти, насправді. Від чого залежить те, на якому шляху саме знаходиться людина, і чи йде вона в правильному напрямку? Як їй обрати саме свій правильний, вірний для неї шлях? Нужно задать опять-таки себе вопрос, что мне нравится делать. Угу. И очень многие люди, и я с такими сталкивалась, и много клиентов у меня, они считают, что из хобби, вот то, что мне действительно нравится делать, и я получаю от этого удовольствие, и где-то даже местами расслабляюсь, из хобби невозможно сделать работу и получать угу. за хобби ну, деньги. Гонорар, да, так, да, деньги какие-то. Вы знаете, я с этим абсолютно не согласна, потому что в моей практике истории тоже есть очень много разных примеров, когда ну, это не сбывалось. Да? И моя лучшая подруга, которая очень любила заниматься мейкапом, она начинала это делать на волонтерских, любительских началах, просто чисто для себя. Вот ей нравилось там, рисовать девочек, да? И она на работе просто красила всех поголовно на всякие мероприятия, праздники и так далее. Чисто для себя. Сейчас я знаю, что она пошла, она поняла, что это ее, и что ей действительно это нравится, и это не просто хобби, она хочет зарабатывать этим хобби. Она пошла, обучилась этому дополнительно, получила какие-то профессиональные навыки, и сейчас она действительно работает в этой сфере, и я думаю, что со временем, с опытом, с навыками она станет одним из ну, классных и высокооплачиваемых специалистов в нашем городе. Ну, насправді так, добре, якщо людина знайшла те, що їй дуже подобається, коли вона горить, так? Але ж ми знаємо, що батьки дуже часто нав'язують дітям. Ну, от, наприклад, отримати освіту. Так, це саме ту освіту, яка буде приносити вам у майбутньому щось. Так, ваші дивіденди. Так, ми візьмемо це за основу, наприклад, якась ваша освіта. Так от, дуже часто підлітки у віці, там, не знаю, там, 14-15 років, не знають ще, яка ж саме освіта може їм допомогти стати насправді успішною людиною. Можливо, до 20 лише років вони десь там визначаються, так? А в такому віці ще не знають. Так от, що робити їм і батькам? Бо багато хто стоїть на роздоріжжі. Есть осознанные родители, есть класс осознанных родителей, я их так называю, которые задаются этим вопросом вместе с детьми вот до поступления, например, в какие-то высшие учебные заведения и начинают мониторить это заранее. Конечно, все мы как родители хотим нашим детям только лучше, и мы стараемся им ну, навязать какие-то да, рекомендации, вот, которые на самом-то деле ребенку ну, могут просто не а скільки да, ми разів чули, я для мами закінчила, наприклад, медичний заклад, так, для тата, там, не знаю, там якийсь інший, так,
А тепер нарешті я можу вже зробити для себе щось. Тобто втрачено насправді років 10. Много времени, да. І все. І людина потім починає вже шукати себе, але от той потенціал, який в неї був, і він був кращий, він починає втрачатись, згасати. І, звісно ж, 10 років пройшло, то ви вже себе будете шукати, ну вже такі крихточки ваші знаходяться вже там. Так? А якби це було одразу, було б краще, можливо, швидше, прогресивніше. Успішніше. Ну, ніколи не пізно почати. Це, в будь-якому випадку, намного краще, ніж якщо чоловік до кінця своїх днів буде, да, займатися не тим, що дійсно його, і не там, де він себе чувствує, да, тільки во благо родителям, скажімо так. Поэтому для подростков є всі возможные, да, і курси, і тренинги, і консультації в школах проводять профорієнтації, коли допомагають подростку определитися, куди, в яку сферу йому йти, дійсно, де він буде більш-менш полезен, ефективен, і как бы, в роботі з подростком можно определиться, чтобы действительно не потратил много времени. Но опять-таки, повторяю, ни в каком возрасте, ну, никогда не поздно начать вот этот поиск, вот этот путь. И когда вы нащупали, и вот как моя подруга на примере, да, она понимала, что ей нужно действительно в это вложиться еще, дабы ее хобби стало. До речи, так, кажуть, перший капитал ваш, який ви можете вкласти, він повинен бути, але що робити, якщо його немає, наприклад? Тогда работа, которая не в радость, скажем так, она будет оправдана. Потому что вы четко знаете, зачем вы занимаетесь сейчас нелюбимым занятием, зачем вы работаете на той работе, которая вам ненавистна, где этот коллектив уже осточертел, да, но вы понимаете, что вам нужно определенное время там поработать, дабы потом накопить определенную сумму, чтобы ее вложить в обучение, вот в стартовый какой-то капитал, чтобы с чего-то стартануть, открыть что-то и так далее. Тогда это будет оправдано, это не будет всю жизнь. Будете чітко осознавати, зачем ви це взагалі робите. Аня, ну так, дуже непоганий такий план, багато хто ним користується, так, і дуже добре, що люди розуміють, потрібно щось змінювати в своєму житті, особливо, якщо насправді ви вже відчуваєте непотрібним себе в тій сфері, в якій ви зараз довго вже працювали, наприклад, так, то, звісно ж, треба щось змінювати в своєму житті. З приводу самооцінки, часто дуже навіть такі кроки нам неможливі, бо ми не можемо себе адекватно оцінити. Так от, з приводу самооцінки, як її визначити, якою вона повинна бути, і що таке самооцінка адекватна? Ну, с точки зрения психологии, адекватная самооценка – это не высокая, не низкая, вот где-то вот среднячок такой. А самооценка напрямую зависит с нашей уверенностью в себе, уверенностью в наших силах, в наших возможностях, в наших знаниях, опыте, навыке и так далее. Поэтому, дабы повышать вот эту уверенность в себе и работать с самооценкой, все успешные люди, я думаю, так или иначе тоже сталкивались с вопросом уверенности в себе, потому что, ну, невозможно сразу получить все, да, и быть успешным, поэтому успешные люди свято верят в то, что они будут успешными и что у них все получится. Поэтому первое правило – это вера. Мы должны верить и надеяться в это. То есть, да, и вот свято в это верить. А из практики то, что можно практическое делать, и то, что, в принципе, помогает по опыту, знаю, многие мои клиенты тоже ведут дневники успеха, так называемые, да, чтобы немножко себя мотивировать и повышать ту же самооценку. То есть каждый день, когда вы ложитесь спать, вы берете какую-то тетрадку, блокнот и записываете все свои успехи в течение дня, которые вы совершили. Это не должно быть что-то глобальное и большое. То есть вам не нужно было в течение дня открывать планету новую. Это может быть самые мелкие шажочки. Ну, например, что вы могли такое сделать? Ну, не знаю, там, встали раньше сегодня. Это успех? Да, да, действительно. Это успех. Сделала зарядку или гимнастику. Это тоже успех. Наконец-то начала делать. Тогда люди напоряются, скажут, ну ничего себе, так я же яка успешна, уже можно ничего не делать. И это действительно будет немножко повышать нашу самооценку, уверенность в себе, что, ну, на самом-то деле меня есть за что хвалить. Я, все не так плохо, да, как я себе представляла, рисовала и опускала себя ниже плинтуса. То есть и все вот эти моменты вы себе фиксируете. Главное все писать, то есть думать активно, активное мышление включать, когда все прописывается. Так, ну, тобто ми це все прописали, ми вже розуміємо, що ми себе похвалили трохи, але ж є люди, яким, можливо, і не треба себе хвалити, які можуть вихвалятися зранку і до вечора, то їм навпаки потрібно якось адекватніше оцінити свої можливості і, можливо, десь там виконувати ті справи, які вони тільки на словах, але не на ділі. Це якраз про
завышену, підвищену самооцінку, так? Да. Це якраз про неї. Да. И такие люди с завышенной самооценкой, многие говорят, это самоуверенные очень люди, где-то в каких-то местах, в каких-то делах это хорошо, когда есть вот такая самоуверенность, но не всегда это сработает в плюс, потому что малейшая неудача, вот, малейшее препятствие такого человека может остановить. То есть он был уверен в своих силах, он шел на пролом, он думал, что он бесстрашный воин, что он все сможет, а тут хоп, и препятствие какое-то. И вот у людей, у которых, ну, скажем так, адекватная самооценка, и которые все-таки стремятся к чему-то, их, ну, если препятствие остановит, то не заблокируют. То есть они будут дальше работать, и они будут дальше двигаться. Як то кажуть, впав, піднявся, пішов далі, да, так? Да, ага. Да. Це якраз ті люди, які розуміють, для чого вони починали весь цей шлях. Так? Не заради ж того, щоб перша якась там невдача, і все. І ви вже повернулися назад, і вже ніколи не будете успішною людиною, вже все, так? Тобто, конечно, людина встала и пошла далее. Еще хорошо, когда человек делает анализ своей Чему ошибки, так да, да, дабы этого больше не повторилось. Ну, тот же пример Эдисона. 10 тысяч попыток, и лампочка загорелась. Ну, это справді. Є особливості, є особливі люди, які, незважаючи ні на що, йдуть вперед. Анечка, наостанок хочеться, щоб ви все ж дали такі практичні рекомендації для кожної людини. Бо хочеться, щоб усі були успішними. Що їм треба робити кожного дня, зранку встаючи, лягаючи потім спати, так, як їм прописати свій робочий день для того, щоб їхня, хоча б маленька мрія, здійснилася швидше. Всі ми любимо помечтати, але вопрос, як із наших мечт кристаллизовать цели и воплотить это в жизнь. Но, во-первых, я всем советую действительно все прописывать, фиксировать себе, вести ежедневники, вести свои планы, вот, приоритеты выставлять и так далее. Как можно кристаллизовать из мечты цель? То есть нужно четко и конкретно определиться, что мне нужно. Да, можно прям расписать в каждой сфере, это если совсем глубоко копнуть, да, не просто профессиональная сфера, моя работа и финансы, но это и семья, семья, друзья, здоровье, хобби, друзья, вот все сферы, просто, да, написать эти сферы себе и стрелочками расписать, что я хочу в каждой сфере иметь, скажем так. И чем конкретнее мы это пишем себе, расписываем, то есть минус 20 килограмм это конкретно, а не похудеть просто, да, увеличить свой доход на 5-10% это конкретно, а не заработать там куча денег, да, то есть чем конкретнее, тем лучше мы прописываем себе. И, конечно же, главное четко ставить себе временные рамки, когда то или иное событие должно произойти. Потому что если мы не фиксируем и не ставим эти рамки, то вероятность этого события резко падает. Ну, есть, кто знает, когда это может статься? Конечно. Ну, хочу и хочу. Конечно. Так? Тобто все вот так вот конкретно, зранку встали, подивилися, розписали для себе, ввечері себе трошки похвалили. Конечно. И все, и успех будет за нами. Анечка, я дуже дякую, що прийшли Спасибо. Сьогодні до нашої студії. Насправді, дуже корисна інформація сьогодні прозвучала. Я так сподіваюся, вона була обов'язково корисна для вас. Ви для себе все занотуєте і, звичайно ж, будете успішнішими. Ну що ж, це була програма «Fresh». Ми зустрінемось завтра о 13:30. До побачення.